сомневаемся между ними. Если мы между ними сомневаемся, то что делаем? Возьмем больше. Подождите, а как мы два-то можем нарисовать? Всегда мы берем больше. А, это вы говорите, это то есть вы сейчас, допустим, привели нам три ППР по разным методам, так что ли? Или по разным нет, срокам. Да нет, правильно, просто правильно. И, но методом у нас является, методы различаются по наличию данных. Ну все, поняла. Вот у нас есть данные, и по ним мы можем обсуждать вот это. А тут у нас мало данных, они такие сомнительные, мы обсуждаем вот это. А вот у нас нет данных. И мы потому что нет данных. То есть тут мы мало сомневаемся, потому что у нас есть исходные данные, мы мало сомневаемся, мы можем вот такое обоснование. Теми методами при наличии данных. Чем меньше у нас данных, тем больше у нас сомнения, и сомнение у нас становится аргументом. Становится у нас самим методом. То есть все шире, шире, шире вы делаете. Чем меньше данных, тем больше мы верим в своих сомнениях, и больше тоже аргумент. Поэтому если есть сомнения, вот только один так очень четко проговорил, то тогда нет сомнений. Коллеги, если есть сомнения, сразу берем больше. Хорошо. Согласны. Ну, вы же так сказали много раз. Просто я ждал, когда другие тоже это начнут говорить. А что мы должны сказать-то? Что если есть сомнения, берешь больше. А, берешь да, больше. Ну, основной принцип гидрологии. Да, кстати, я не знаю. Да, я не знаю, говорил я вам или нет, может, это вы уже, или кто-то вам говорил, или вы сами это, значит, основные принципы не русловых процессов, а вообще, в принципе, всех наших динамитозысканий. Первое. Рассчитать точно невозможно. Ну а что? Я просто... Вы это сами уже сказали. Я представитель другой дисциплины, для меня это никого-то. Это зависит... Блестящая вообще тема. Рассчитать, скажите, повторите, рассчитать невозможно. Коллеги, это зависит не от дисциплины. Это зависит от этапа развития этой дисциплины. Возможно, когда-то наша гидрология дойдет. Через 50, 100, 200, 300 лет дойдет вообще до точного понимания. Пока эмпирическая формула, помните, по расходам воды, эмпирический эксплуатаж по уровню воды, эмпирическая кривая, которая вот она гуляет. И нет ни одной формулы вот в условиях процесса. Вот, вот все вот на таком вот уровне мы сейчас с вами будем общаться. Поэтому рассчитать невозможно. Поэтому берем запас. Понятно. Если мы рассчитываем наивысший уровень воды, задираем. Не то, что обоснованно, а мы задираем как раз необоснованно. Вот мы не можем обосновать, тогда берем вот так. Вот, ну, диапазон, да? Раз точно не можем сосчитать, значит у нас есть диапазон всего. Там, наивысших уровней воды. Вот так это. И наивысшие мы задираем вверх. Коллеги, а если интересно, наинизшие, например, вот минимальный, да, минимальный, например, тут водозабор, мы его занижаем. Да, и по этим скоростным процессам все. Вот эту берем, и все. Отдельно специально будем говорить о реакции проектировщика на все это. Буду специально об этом говорить. Хорошо. Так. Да, берем запас, рассчитать невозможно, берем запас. Ну и в приложении уже не просто гидрология, а в приложении к изысканиям третье правило – пугаем проектировщика. Пугаем. Обращаем его внимание, что вот бойся вот этого. Ну вот не знаю, вообще вы поняли, что там? Да. Да? Все, теперь осталось только рассмотреть метод обоснования вот этого пугая. На этом глава будет у вас. Это коротенькая глава, не глава. Хорошая такая. Ну вы нам можете потом в качестве образца? Каким-нибудь отчетиком поделитесь? Таким прямо сейчас я не взял. Не, ну, может, завтра. Я думаю, вам надо было это. А, еще же будет веб-семинар, правильно? Гидрологические расчеты с нами. На этих двух неделях. Даже, когда будем все понять. Если бы вы у нас ввели бы гидрогеологический расчет. Гидрологический после гидрологии. А я в них не разбираюсь, поэтому я не тогда смогу. Я думаю, мы тоже разобрались. Там хорошо дали, как дня, дали основу.
я не могла понять для себя. Все поняла. Да, что-то куда перерыв. Ну, расчет как бы, да, все вот эти, да, все эти зависимости, все, влияние. Какой коэффициент? Что, перерывчик у нас, да, небольшой? Перерывчик.